В 1911 году в Нижнем Новгороде, находясь в отпуске, поручик Петр Нестеров при содействии ученика Жуковского Петра Соколова построил по брошюре профессора Делане свой первый летательный аппарат – балансирный планер коробчатой конструкции. Испытания решили провести на пустыре близ ярмарочного поля. Поглазеть на диковинный аппарат сбежалась окрестная детвора. С Богом, Петр Петрович! С Богом, Петр Николаевич! Трогай, любезный! На следующий день газета «Нижегородский листок» писала: «Проба прошла весьма успешно». А свидетелем этой пробы был паренек, сын котельщика из Слободы Василева, Волька Чкалов. Августа 14 года Германия объявляет войну России. Начинается Первая мировая война. О событиях на фронте Чкалов узнает только от отца или в школе. Главное управление Генерального штаба сообщает, что начальник 11-го корпусного авиационного отряда штабс-капитан Петр Нестеров в бою 26 августа сего 14 года поднялся в воздух на аэроплане системы «Маран-Салинье», настиг и... Петр Николаевич, я все-таки настаиваю на том, что при атаке с воздуха таранящий аппарат обязательно подломится. Александр Александрович, позвольте. Но ведь это еще не доказано. Наконец, если аппарат и сломится, то это еще ничего не значит. Так ведь потом поздно будет что-то доказывать. Петр Николаевич, вы послушайте... Все равно когда-нибудь разбиваться придется. А жертвовать собой есть долг каждого воина. Господа, дополните вам в самом-то деле. Капитан Мигулин впоследствии рассказывал, как сейчас помню эту картину. Так ярко почему-то запомнилась мне стройная фигура Нестерова на фоне поля и надвигавшихся черных туч, и движущийся навстречу самолет. Господин штабс-капитан, разведывательный полет проведен успешно. Продолжай. Ваше благородие, двухместка к полету готова, а с вашим еще придется повозиться. Ты уж повозись, только чтоб с толком. Слушаюсь, ваш благородие. А супостат-то прилетал, покружил чуток и ушел. Подломиться, не подломиться. Любезный Александр Александрович. Да, Петр Николаевич. Меня нынче более всего волнует обзорность. Недостаточный обзор из аппарата ограничивает точность маневра самым серьезным образом. Геннадий Матвеевич, а подайте-ка нож. Превратности судьбы. Противником Нестерова в воздухе на роскошном трехместном альбатросе будет лейтенант барон Фридрих фон Розенталь, бывший владелец усадьбы и поместья, в которых расквартировался 11-й отряд. К мотору! Ну что ж ты будешь делать? Возьми хоть Браунинг. Ничего, как-нибудь обойдусь. Контакт! Есть контакт! Ваша благородь, возьмите меня с собой! Нет, Геннадий, не могу! Не имею права рисковать чужой жизнью. Гаагской конвенцией 1907 года были запрещены все виды стрельб и сбрасывания взрывчатых предметов с любых летательных аппаратов. Их деятельность ограничили разведкой и корректировкой стрельбы наземной артиллерии. Первые же дни войны выявили крайнюю необходимость противостояния самолетам и дирижаблям противника.
Летчики зачастую были вынуждены импровизировать. Штабс-капитан Нестеров быстро выиграл высоту и нагнал неприятельский аппарат в 3,5 верстах северо-западной деревни Липино в 12 часов 5 минут дня. Здесь, будучи значительно выше неприятельской машины, он спланировал на нее с целью сбить ее колесами. Вследствие трудности учесть поступательную скорость обеих машин, аппарат Моран-Салинье штабс-капитана Нестерова не ударил австрийский «Альбатрос» колесами, а врезался мотором между двумя несущими поверхностями бимоноплана. Сознательно презрел личную опасность и совершил подвиг. Причем сам погиб смертью героя. Сам презрев личную опасность, погиб смертью героя. Именно в тот день в учебном классе Василевской школы юный Волька Чкалов принял решение. Он будет летчиком. В 16-м году отец отправляет Вольку на учебу в Череповецкое техническое училище. Но зимой 18-е училище закрывают. И Чкалов возвращается домой, в Василёво. К весне устраивается к чигарам на землечерпательную машину, а потом попадает на пароход «Баян». Бы полетать на этой птице. После летней навигации он увольняется с парохода и идет добровольцем в Красную армию. Путь его в авиацию, по совету ушлого друга Володьки Фролищева, начинается в Канавинском авиационном парке Нижнего Новгорода. Чкалов старательно плетет тросы, красит лаком плоскости, фюзеляжи, внимательно следит за работой опытных мотористов. И вот 21-му году он уже сам собирает Вуазены, Ньюпоры, Маран-Парасоли, но эти самолеты уходят в небо без него. Спустя год из Егорьевской летной школы пришла разнарядка на 3 человек. И опекающий курсанта Володька Фролищев так писал сестре Чкалову: «Выходи, Софьюшка, за меня замуж, иначе подамся в летчики. В случае положительного ответа уступлю свое место Вольке». Что-то давно тебя под своим кабинетом не видал. А вы меня в летную школу направьте, я и отстану. Нельзя. Тебе годов-то полных 16. Мало еще. Да и вернут обратно. Конфуз выйдет. Да, паря. Прав командир-то. Тогда от нашей слободы придется меня отправлять. А то тяжело будет Василеву без свого-то летчика. Херсанов оказался в незавидном положении. Отдать на обучение в летчике лучшего слесаря значило потерять его навсегда. Да документик бы справить. А? Годок накинуть всего, товарищ командир. Наш Волька-то крепок, силен. Рискнем, может, и не вернут. Ну что ж, ладно. Ты хороший слесарь, хороший парень. Будь хорошим летчиком. Не забывай, чему тебя здесь учили. И Чкалова, приписав в документах год, включили третьим в список кандидатов в учлеты Народно-социалистической авиашколы в подмосковный город Егорьевск. «Терка» – так называли ее будущие летчики. Это бывшая гатчинская военно-авиационная школа, эвакуированная вглубь страны. Пока выучимся, для нас земляком еще лучше самолеты сделают. Это я, что ли, твой земляк? Да я из Великого, а ты из Нижнего.
Так что нам по верхам летать, а тебе по низу ползать. Кому где летать, время покажет. 16 апреля 23 года Чкалов прибыл в Борисоглебск. Обучение летному мастерству начиналось с упражнений по рулению самолетом, которые Чкалов выполнил на отлично. После окончания обучения в Борисоглебске Чкалова в числе лучших 10 учлетов отправляют в Московскую военно-авиационную школу высшего пилотажа. Товарищ инструктор первого разряда, слушатель Чкалов прибыл для дальнейшего обучения полетам. К машине. Есть. Здесь Чкалов уже не учлет, он слушатель. Да и самолеты здесь боевые. Голландские Фокеры, английские Мартинсайды. Неуемная жажда к полетам на высший пилотаж у Чкалова была поразительной. Он быстро научился делать бочку, эмельман, мертвую петлю, виражи, боевой разворот настолько красиво, что сам большой мастер этого труднейшего вида пилотажа, Жуков, наблюдая работу Чкалова, говорил товарищам: «Вот так и вы действуете. Артист просто, а все трудом заработает». Не зажимай! Не зажимай! Плавнее, плавнее! Не заваливай машину! Жуков дал Чкалову следующую выпускную характеристику. Закончил обучение с аттестацией очень хорошо. Как летчик и человек очень спокойный. Медленно схватывает, но хорошо усваивает. Нарушения дисциплины не наблюдалось. Не применяй силищу, не пережимай, а то все управление сломаешь. И не планируй на такой бешеной скорости перед посадкой. Общая оценка – хорошо. Слушаюсь, исправлюсь. В мае 24-го Чкалов окончил московскую школу и получил направление в Серпуховскую высшую авиационную школу стрельбы, бомбометания и воздушного боя. Летчиком-инструктором стрельбома становится военлет Михаил Громов. Вот это художник. Настоящий бог. Ты еще помолись. А такому и руки целовать не стыдно. Михаил Громов так характеризовал Чкалова в своем рассказе «Самородок». Чкалов неизменно оказывался первым на всех стадиях обучения воздушному бою. Он не знал никаких колебаний. Сказано, сделано. Самые смелые решения он приводил в исполнение раньше, чем могло бы появиться чувство страха. В решительную минуту он отбрасывал все, что ему мешало достигнуть успеха. Все силы его могучей натуры устремлялись в одном направлении – к победе. Быстрота действий у этого человека равнялась быстроте соображения. Чкалов просто не умел бояться. В ноябре 24 года младший летчик Чкалов прощается со стрельбомом и прибывает в первую особую советскую истребительную эскадрилью имени Нестерова, где выполняет первый установочный полет. Как-то военлеты отрабатывали стрельбу по шарам. На истребителе Чкалова отказал один из пулеметов. Валерий попытался расстрелять шар из другого, действующего. Произвел одну атаку за другой, все безуспешно. Тогда Чкалов подвел истребитель вплотную к шару и уничтожил шар винтом. После посадки батя вызвал молодого летчика на разбор полета. Зачем вы это сделали? Так поступил Нестеров. Нестеров? Нестеров был великий патриот и погиб в бою со славой. Да не равняю я себя с Нестеровым, но своего добьюсь. Отмечу свое место в истории. Летчики ленинградской истребительной эскадрильи были прекрасными стрелками. Валерий Чкалов считался в Серпухове лучшим бойцом. Но здесь, в эскадрилье, он сильно отставал от своих старших товарищей.
Однажды рано утром Антошин, прогуливаясь по роще, увидел Чкалова. Летчик возился с каким-то странным прибором. Ну, здравствуй, воин. Что, место метишь? Да, тут такое дело. Вот, изучаю разницу между оптическим и кольцевым прицелом. С кольцевым-то у меня хорошо получается, а с Альдисом неважно. И решил я, пока полеты, потренироваться на пулемете по движущимся мишеням. Ну, хорошо, работай. Через 2 недели Чкалов при любом положении самолета стрелял по шарам пилотам лучше всех других летчиков эскадрильи. Во время показательного воздушного боя Валерий Чкалов вынудил своего условного противника, командира отряда Петра Леонидовича Павлушева, совершить посадку. Самолюбие командира было сильно уязвлено. В отместку Павлушев придрался к действиям подчиненного Чкалова, найдя их слишком рискованными. На аэродроме Валерий услышал от механика, что в списке летчиков, допущенных к учебному групповому полету, его нет. Чкалов тут же при всех набил морду своему командиру. 16 ноября 25 года. Выездная сессия трибунала Ленинградского военного округа оглашает приговор. Лишение свободы на год со строгой изоляцией без поражения в правах. В приговоре судебного заседания было сказано, что Чкалов, будучи военлетом 1-й эскадрильи, явился на аэродром для совершения учебного группового полета в совершенно пьяном состоянии. Кричал, шумел. Было принято во внимание его пролетарское происхождение, его молодость. И срок понизили до 6 месяцев. Тюрьма, досрочное освобождение, несколько месяцев безработицы, обивание порогов кабинетов военачальников. Наконец, во второй половине 26-го Чкалова восстановили в ВВС рабоче-крестьянской Красной Армии, и авиатор прибывает в Ленинград, точнее в Троцк, так тогда называлась Гатчина. Чкалов возвращается в эскадрилью и приступает к тренировочным занятиям и полетам. В середине мая 27 года на самолете «Фоккер Д-11» во время учебного боя на высоте 800 метров атакующий Чкалов, не соблюдая установленную для воздушного боя дистанцию, задел самолет летчика Дроздова. Когда же подраненный напарник начал уходить от самолета Чкалова со снижением, тот продолжал преследование на близкой дистанции и в конце концов посадил самолет Дроздова. В этот раз разбор полетов и последующие наказания закончились для Чкалова нервным срывом. Выдержка из характеристики от 26 мая. Мало выдержан во взаимоотношениях с другими. Находился в отпуске по причине неврастении, употребляет спиртные напитки неумеренно, имеется незначительный шизоидный статус, выражающийся в недостаточной выдержанности. Чкалова от греха подальше отправили в Липецк на летный курс. Летом 27 года в Липецке, где учились тогда и немцы, Чкалов занял 1-е место в показательных полетах. Существует легенда, по которой в это же время в Липецкой секретной авиашколе преподавал немецкий ас Первой мировой Герман Геринг. Таким образом, мы оказались у собирателя вещей, историй, мифов Виталия Томчика. Когда мне предложили эту вещь и сказали, что этот альтиметр Геринг подарил Чкалову в 26-м году в Липецке, о чем свидетельствует надпись на обороте, мне стало интересно, ну, возможно ли это вообще такая история. И когда я изучил все факты, оказалось, что вполне возможно, что Геринг мог быть в Липецке и преподавать там летное мастерство в 26-м году, а Чкалов мог проходить летную переподготовку. Герман и Чкалов вполне могли подружиться, и Чкалов мог получить такой подарок. Мы не нашли подтверждения факта посещения объекта ВИФ-УПАЛЬ Германом Герингом, считавшимся после фашистского путча 23-го года в Германии государственным преступником. С именем Валерия Чкалова вообще связано много легенд и мифов. К
К питерско-гатчинскому периоду относится еще одна, пожалуй, самая известная и романтическая история. Из рассказов участников съемок кинофильма Валерий Чкалов. Первоначальный сценарий фильма нашему режиссеру Колотозову не нравился. Однажды в курилке, во время перерыва в съемках, летчики, консультировавшие фильм, рассказали о том, что еще в царское время какой-то пилот пролетел по Троицким мостам. Колотозов сидел с нами и внимательно слушал этот рассказ. Уже на следующий день, по его требованию, сценарий был переделан. Теперь Чкалова выгоняли из ВВС за хулиганский полет под мостом, совершенный для завоевания сердца любимой. Это была гениальная находка режиссера Колотозова. Тем не менее, в ряде источников утверждается, что Чкалов пролетел в 27-м или в 28-м году под мостом. На самолете истребителе Фокер Д-11 на глазах будущей жены Ольги. Но Ольга Эразмовна во всех интервью всегда отвечала, что при ней не летал. В 27-м году первой особой выпала честь участвовать в воздушном параде в честь десятилетия Октябрьской революции. Чкалова командировали на воздушный парад в Москву. За исключительно блестящие достижения в технике пилотирования, как говорилось в приказе Народного комиссара по военным морским делам Ворошилова, летчики эскадрильи получили благодарность и высокие награды. Чкалова в приказе отметили особо. Но блестящие достижения не спасли Чкалова при очередном ЧП. В июле 28 года на Гомельском аэродроме при посадке на точность Чкалов зацепил хвостом край оврага. Через время, перелетая со звеном истребителей из Гомеля в Брянск, Чкалов по своей инициативе снизился на малую высоту. Поперек маршрута показалась телеграфная линия. Запутавшись в провисших проводах, самолет Чкалова с высоты 8 метров упал на землю. В письме жене Ольге он сообщал: «Вчера подломал самолет. Страшно неприятно, хотя и пустяки сломал». 3 января 29 года Чкалов сам явился в Брянский исправительный дом, где и был взят под стражу. Но жалоба, поданная Чкаловым Ворошилову, сработала. Через 16 дней его освободили, но из рабоче-крестьянской Красной армии Чкалов был уволен. И с военной авиации снова был разлучен. Казалось бы, в этот раз окончательно и бесповоротно. До ноября 30 года Чкалов работал летчиком-инструктором аэроклуба «Аэромузея» при Ленинградском АСАВИАХИМе, где руководил школой планеристов. В ноябре 30 года Валерий Чкалов стараниями друзей и знакомых был восстановлен в воинском звании и направлен на работу в Московский научно-испытательный институт ВВС. Осенью 31 года он принял участие в испытаниях авиаматки. Тяжелый бомбардировщик «Звено-1» нес на своих крыльях и фюзеляже от 2 до 5 самолетов-истребителей И-4. Чкалов при первом подъеме ТБ с 2 истребителями, одним из которых управлял Анисимов, быстрой реакцией и правильным пилотированием исправил оплошность инженера, чем спас 3 машины и жизни 4 людей. Но уже в 33-м году в характеристике Чкалова записано: «Дисциплину Красной Армии не переваривает. Внутренне разболтанный и разложившийся командир. По всем данным, подлежит изъятию из ВВС РККА». В том же году Чкалов был снова переведен в резерв и демобилизован из армии. На Чкалова уже давно обратил внимание Николай Николаевич Поликарпов, авиаконструктор, начальник бригады номер 2 Центрального конструкторского бюро «Ильюшина». Чкалов становится летчиком-испытателем на авиационном заводе имени Минжинского. Первого мая 1935 года на Поликарповском И-16 Чкалов завершает парад и фигурами высшего пилотажа вызывает интерес у Сталина и полный восторг у членов Политбюро. Вот наша машина. 2 мая на центральный аэродром имени Фрунзе смотреть новую авиационную технику приехал Сталин.
А вот товарищ Сталин, тот самый воздушный хулиган. Товарищ Чкалов. Разберемся, кто такой Чкалов. Товарищ Чкалов, а берете ли вы с собой в полет парашют? Товарищ Сталин, я парашют признаю, но предпочитаю летать без него. Я прежде всего берегу машину. Ваша жизнь нам дороже любой машины. Чкалов был официально признан летчиком-новатором. 5 мая летчика-испытателя Чкалова и главного конструктора Поликарпова наградили орденами Ленина. Осенью 1935 года на завод к Чкалову зашел его знакомый, летчик-испытатель НИИ ВВС Георгий Байдуков, с предложением возглавить экипаж самолета АНТ-25 и произвести рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс. Весной 1936 года Чкалов, Байдуков и Беляков обратились в правительство с просьбой провести такой перелет. Но Сталин, опасаясь повторения неудачной попытки перелета Ливаневского, лично указал другой план маршрута – Москва, Петропавловск-Камчатский. Перелет стартовал 20 июля и продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Ут. Сели на отмель, покрытую морской галькой. Рыбаки на острове подумали, что к ним приземлился японский самолет, и привели пограничников. Общая протяженность рекордного маршрута составила 9375 километров на острове Ут. На борт самолета была нанесена надпись «Сталинский маршрут», ставшая визиткой экипажа Чкалова. Утром невозмутимый почтальон принес правительственную телеграмму. «Примите братский привет и горячие поздравления с успешным завершением замечательного перелета. Ходатайствуем о присвоении вам звания Героев Советского Союза. Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Жданов». На аэродром встречать возвращающихся в Москву летчиков приехал лично Сталин. Чкалов продолжал добиваться разрешения на совершение перелета в США. И в мае 1937 года разрешение это было получено. 18 июня экипаж сталинского маршрута отправляется в беспосадочный трансантарктический воздушный перелет через Северный полюс из Москвы в Соединенные Штаты Америки. Пролетев 9130 километров, 20 июня в 16 часов 20 минут шасси самолета коснулось военного аэродрома города Ванкувер. За этот перелет экипаж был награжден орденами Красного Знамени. 12 декабря 1937 года Валерий Чкалов был избран депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР от Горьковской области и Чувашской АССР. По просьбе жителей Василева их поселок был переименован в Чкаловск. В конце января, начало февраля 1938 года Сталин пригласил к себе Чкалова. Разрешите, товарищ Сталин? Проходи. Ну, здравствуйте, товарищ Чкалов. Присаживайся. Мы тут на Политбюро посовещались и решили, что пора тебе, Валерий, переходить на партийную и государственную работу. Тебя уважает наш народ. Тебя любит весь мир. Именно такие люди должны быть у руля государства. Есть мнение, что необходимо отстранить от должности наркома внутренних дел и водного транспорта товарища
Изова. И таким образом покончить с изовщиной. Иосиф Виссарионович, ну, водный транспорт, это еще куда ни шло. Я с него самостоятельную жизнь начал. Ну вот, НКВД, я-то здесь при чем? Как это при чем? А разве не сам товарищ Чкалов постоянно критиковал его политику? И есть мнение, что именно товарищ Чкалов должен возглавить этот серьезный участок работ. Это ответственное направление. Ты спросишь меня, почему? Потому что товарищ Чкалов подходит для этого лучше всего. Герой, честный, принципиальный, любимый народом. Идет? Нет, нет, не идет, товарищ Сталин. Летать. Вот моя работа. Прямого свидетельства разговора Чкалова со Сталином о смене трудовой деятельности нет. Но косвенные факты подтверждают, что такой разговор мог состояться. Жена Валерия Павловича, Ольга Эразмовна, говорила, что Сталин предлагал Чкалову пост наркома. В марте 1938-го Чкалов настоятельно просит быть на процессе Бухарина-Рыкова. Это было одно из первых громких дел, когда на скамье подсудимых оказались известные уважаемые люди, соратники Ленина по партии большевиков. Судебное заседание вел генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский. Чкалов очень хорошо знал Вышинского по совместным депутатским поездкам. Приговор был суровым. Высшая мера наказания. Чкалов был потрясен таким приговором. Своим недовольством по поводу его введения он поделился с Вышинским. Вышинский, ухмыльнувшись, сказал: «Наивный вы, Валерий Павлович». Товарищ наивным товарищ, он был и на очередной встрече со Сталиным, с которым тоже попытался заговорить на эту тему. И здесь он уже встретил твердый взгляд и категорические слова. «Товарищ Чкалов, мы сами знаем, что делаем. А вы лучше занимайтесь своим делом». Ходят легенды, что Чкалов тут же покинул кабинет Сталина и даже хлопнул дверью. Вождь народов простил его, позвонив по телефону домой. «Ну что ты на меня, Валерий, обижаешься?» Сталин боялся летать, но любил летчиков и самолетов. А конструкторов немножко недолюбил. К постановлению Совета народных комиссаров от 29 октября о премировании конструкторов Ильюшина, Поликарпова и Архангельского по 100 тысяч рублей и автомобилю ЗИС каждому приложил руку летчик-испытатель Владимир Кокинаки, выпросивший у вождя сии блага во время ночной беседы. Но чаще летчики на конструкторов вождю жаловались. Евгений Абрамович Гинзбург, в 1938-м начальник моторного цеха и представитель Запорожского завода номер 29 в Москве. «И вызвали туда Туманского. И вдруг я получаю телеграмму: приезжай срочно. Приезжаю я. Сергей Константинович, что случилось? Завтра идем к Сталину». Я говорю: «Зачем?» Он говорит: «Вот летчики пожаловали». Он сказал: «Летчики пожаловались», но не сказал, почему. И мы вдвоем подумали: хана нам. Нам хана. «Проходите, товарищи. Садитесь». «Вот тут политбюро обратились наши
герои-летчики. Весь мир уже давно летает на минеральном масле, а мы до сих пор на касторовом. Товарищ Туманский, сколько вам нужно времени, чтобы перейти с касторового масла на минеральное? Проси полгода. Нет, никаких полгода. 3 месяца. Хорошо, товарищ Сталин. И помните, вы взяли ответственные обязательства. По приезду расскажите об этом коллективу. Мы уверены, ваш коллектив обещание выполнит. К середине 1938 года основной советский истребитель И-16 морально устарел. И конструкторское бюро Поликарпова начало готовить новый истребитель И-180. Его схема мало чем отличалась от И-16, но скорость и потолок были выше. А можно теперь полететь на запад? Зачем? Нет смысла. Ваш перелет показал возможности машины. Все равно, что на запад, что на восток. Каждый человек поймет, что это расстояние машина может покрыть любую сторону. Ах, как бы хочется. Этим сейчас никого не удивишь. Мы тратим громадные деньги и не можем освоить. Только не врите. Какие самолеты лучше? Наши или заграничные? Только прямо. Здесь дело государственное. Мессер 109. Хороший самолет. Но наш будет лучше в 10 раз лучше. Вот теперь ясно. Наши самолеты должны быть во всех отношениях во 100 крат лучше других. В 10 крат. Нам этого мало. Вот Поликарпов обещает к зиме самолет. Новый. Таких еще не было. И долго не будет ни у кого. А вы верите этому цирковнику? Я верю в его самолет. Я подниму эту машину. Я выжму из нее все. Даже больше, чем все. Правильно. И пока вы сами все не проверите, пока не будете убеждены, что все работает до последнего винтика, не летайте. Мы потому и доверяем вам, что знаем, что вы сами все проверите и предусмотрите. 10 декабря выкатили И-180. Я подхожу к свидетелю и смотрю, что такое? Левой без запомпы нет. Я говорю Лазареву, ведущему самолета. Слушай, что ты снял мою помпу? Да вот, решили поставить помпу нашу, чтобы убирать шасси. Я говорю, я не разрешаю полеты. Он говорит, как хочешь. Когда он сказал, как хочешь, тогда я подумал, я запрещу полет, и случится беда, я оправдаюсь. А если Чкалов вдруг сядет нормально, я человек против советской власти, хотя самолет быстро, а Гизбус запрещает полеты. Это дело пахнет тоже не совсем приятным. Утром 15 декабря 1938 года в Москве на центральном аэродроме имени Фрунзе было морозно. С 9 часов утра проходили плановые полеты. В этот день учили летать
обновленный на государственном авиационном заводе номер 1 двухместный биплан Ди-6. 15 декабря. Я утром, как обычно, в 9 часов на аэродроме. И Супрун садимся на его Ди-6 и в полет вокруг Хатынского поля. Представитель моторного завода Евгений Гинзбург и военный летчик-испытатель Степан Супрун не знали о том, что в эти минуты нарком оборонной промышленности Михаил Каганович дал команду поднять еще один самолет – И-180. Начальник первого главка наркомата Семен Беляйкин выступил с инициативой. «Встретим грядущий съезд партии трудовыми успехами. Досрочно выпустим на летные испытания И-180». Съезд состоится только в марте следующего года, а 21 декабря отметит свое 59-летие Иосиф Виссарионович Сталин. А ты как не в себе? Вчерась хорошо погуляли? Что вы, товарищ комбриг, так пивка с ребятами чуть-чуть. Пивка. А машину-то ты проверил? Так точно, работает как часики. Тяги еще вчера подтянули, ну и все остальное доделали. Уверен? Так уж и все. Ну, почти все. Службы дали добро. Ты пойми, нам нужен этот самолет. У германцев Мессер очень хорош. Германцы в летном деле парни не промах. Я на них в Липецке насмотрелся. Думаю, уже совсем скоро в небе схлестнемся. А чем их бить будем? Надо поднимать 180-й. Надо! Летчик-испытатель, герой Советского Союза комбриг Валерий Павлович Калов, депутат Верховного Совета СССР первого созыва, был вызван на аэродром к 12. Бегло прочел полученное полетное задание. Первый вылет без уборки шасси с ограничением скоростей. По маршруту. Центральный аэродром. На высоте 600 метров. Очевидец рассказывал. Вначале он сделал круг над аэродромом, снизился, повел самолет на посадку. Вдруг стало тихо. Мотор умолк. Машина начала падать прямо на дома. И тогда летчик свалил самолет на крыло. До аэродрома Чкалов не дотянул около километра. При ударе Валерия выбросило вперед на 10-15 метров. Рабочие склада видели окровавленного летчика около разбитого самолета, но не подходили, опасаясь взрыва. Наконец, двое самых отчаянных подогнали складскую полуторку, погрузили летчика и отвезли в Боткинскую больницу. Валерий Чкалов скончался в приемном покое от потери крови. Механик Чкалова после авиакатастрофы И-180 исчез. Мы приехали уже в Боткинскую больницу Супрунову. Врач говорит, привезли человека. Когда мы начали документы, елки-палки, Валерий Павлович Чкалов. Нас собрали 30 человек, две комиссии. Первая комиссия была техническая, во главе с главным инженером ВВС Алексеевым. Совсекретно. Акт. 16-17 декабря 1938 года.
Комиссия, назначенная постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ по расследованию катастроф самолета И-180 в составе комдива Алексеева, председатель, Репина, Громова, Байдукова, Каширина и Супрун, в результате своей работы установила, что 15 декабря в 12 часов 58 минут герой Советского Союза Чкалов после нормального полета по кругу на самолете И-180 и захода на посадку сел вынужденно вне аэродрома на расстоянии 500-600 метров от него, в результате чего произошла гибель летчика и разрушение самолета. Вторая комиссия – политическая. Заместитель Берия из Кремля, четыре шпалы, три генерала. Всеволод Меркулов, заместитель начальника главного управления государственной безопасности, начальник третьего отдела, комиссар госбезопасности третьего ранга. Сотрудники секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР настроены решительно. За гибель сталинского сокола должны ответить все причастные. Хотя вопрос уже решен, но о назначении Меркулова первым заместителем Лаврентия Берии официально объявят в день окончания работы комиссии – 17 декабря. Кто попадал в политическую, внизу на поле стоял черный сокол и черным соколом на Лубянку уже туда. Меня вызвали в 3 часа утра. Войдите. Товарищ Гинзбург, что вы нам можете сообщить по факту происшествия? Товарищ комдив, разрешите? Товарищи члены комиссии, предлагаю зачитать запись, сделанную инженером Гинзбургом в паспорте двигателя. Громов, прочтите. В связи с отсутствием левой бензопомпы полеты запрещаю. Представитель завода номер 29, Гинзбург. У товарищей членов комиссии вопросы к инженеру Гинзбургу есть? Какие могут быть? У меня нет. Какие вопросы? А он тут при чем? Пускай отвечают те, кто виновны. Вы свободны. Я растерялся и не понял, что за жизнь свободе. У них свободе и на третий этаж, или вообще в свободе. В Запорожье уже арестовали слесаря, испытателя, контролеров, которые собирали и испытывали двигатель И-180. После возвращения Туманского и Гинзбурга из Москвы людей освободили. Совсекретно. Акт. 16-17 декабря 1938 года. Причиной вынужденной посадки комиссия считает отказ мотора в результате переохлаждения и ненадежной конструкции управления газом. Отказ мотора произошел в такой момент полета, когда благополучный исход его безработающего мотора был невозможен. Низкая высота, отсутствие площадок. Судя по обстановке катастрофы, летчик до последнего момента управлял самолетом и пытался сесть и сел вне площади, занятой жилыми домами. Чкалова кремировали и похоронили в Кремлевской стене. Урну с прахом нес Сталин. Степан Супрун получил разрешение Ворошилова и возобновил испытание И-180. 4 июля 1941-го он погиб в воздушном бою, став первым дважды героем Советского Союза. Конструктора Поликарпова без Чкалова по всем фронтам преследовали неудачи. В 1940-м отобрали бюро, в 1942-м отстранили от конструкторской деятельности, в 1944-м он умер от рака желудка. Михаил Каганович в 1941 году покончил жизнь самоубийством. Генерала армии Всеволода Меркулова расстреляли 23 декабря 1953 года.
Михаил Громов и Георгий Байдуков прошли Великую Отечественную и окончили службу генерал-полковниками авиации. Сергей Туманский стал генеральным конструктором реактивных двигателей. Евгений Гинзбург живет в Запорожье. Тайна гибели Чкалова так и осталась тайной. А жизнь стала легендой. Когда от винта и кругом пустота, от зубов до хвоста, ни в пропасть на столы и не встать, и не сесть, ты скажи все как есть, и привет, ваша честь, прямо в рай, под мостом Корчмановым.